Внезапное похолодание нынешней очень теплой зимы не помешало членам клуба любителей бега, который возглавляет Олег Коваленко, а также всем приверженцам зимнего купания и здорового образа жизни совершить свой традиционный ритуал – купание, посвященное закрытию зимнего сезона. Это первое здоровье. Второе ощущение – вот это не передать. После холодного моря такое вот приятное ощущение. Ну, нравится мне это. Живу рядом с морем, привыкла к морю. Люблю море. Я бы советовала многим женщинам заняться вот зимним купанием. Может, не обязательно каждый день. Но вот, знаете, я не знаю, как у других, но у меня появляется такая вот потребность. Я вот прихожу, там, раза 3-4 за зиму я купаюсь. Не каждый день. Ну, вот я не знаю, я чувствую, что мне хочется окунуться в эту холодную воду. И мне кажется, что я намного лучше себя буду чувствовать. Мне намного приятнее это все. Причины, по которым бердянские моржи окунаются в ледяную воду Азова, самые разные. От желания испытать экстремальные ощущения до традиционного закаливания организма. Но то, что с каждым годом в таких заплывах участвует все больше желающих, неоспоримый факт. Уже когда-то я болел, когда не занимался. Начал заниматься, и все простудные заболевания, вообще хорошее самочувствие. Настроение отличное, отличное. Прямо как вроде просыпаешься. Первый раз просыпаешься утром в постели, а второй раз подходишь.